Народ, всем привет! Вы на канале Сазанчо Плюс. Меня зовут Иван, и у нас наконец-то с вами перерыв с электронками и так далее. Мы дошли до энергетиков, а они у меня лежат уже не первую недельку, охлаждаются в холодильнике недельку, да? Но погода жаркая, то есть сейчас самое время охладиться. Я надеюсь, это будет хорошо, ребят. Но я зашел в магазин, скажу сразу, я купил это в магазине Сезон, а там я бываю вообще нечасто, очень нечасто, но проезжаю мимо. Ребят, я решил, конечно, не ставить стол, решил, что для трех банок это, ну, не стоит того. Power Cell, ребят. Power Cell, ну вот так, нет, здесь, ладно, взялся неудачно. Короче, Power Cell, ребят, банки, энергетика в виде батареек, я надеюсь, понимаете, ну, Power Cell, Duracell, да-да-да-да, нехорошо, когда получается. Я только что посмотрел, давайте оставим, наверное, самую похожую баночку. Ребят, Power Cell. В виде батарейки есть плюсик, но почему не нарисовали тогда минус? Ну, ребят, скажите мне еще, что я вот такой, и это не Duracell. Ну, скажите правду, не знаю, я вижу впервые, честно, вот я увидел, как неделю назад, когда купил, ребят, вот она, Power Cell, Duracell, я не знаю, можно ли так, но, скорее всего, потому что название другое, дизайн, конечно же, похожий, и я проходил мимо, я не смог удержаться, я купил. Изготовитель ООО «Здоровые продукты», Россия, Владимирская область, Сибирский район, город Лакинск. Всем привет, кто оттуда? Не знаю, возможно, неправильно поставил я ударение. Не слышал я такой город. Ну, мне стыд, наверное. Но, тем не менее, ребят, Россия. Если что, русские энергетики, ООО «Здоровые продукты». Назвать это здоровым продуктом тяжеловато. Я такое немножко, ну, если докапываться, здоровые продукты делают нездоровые продукты. Ладно, так и быть. Но, короче, это оригинальный энергетик. И он максимально берет на себя дизайн Duracell. Говорю, спасибо тем, кто смотрит это видео до сих пор и не мотанули. Открываем. Давайте, наверное, чтобы вам было видно. Power Cell. Ребят, а те, кто смотрят, напишите, пожалуйста, в комментариях, правильно ли, ну, можно ли морально хайпиться или брать на себя дизайн и вложенные деньги другого бренда, другой там компании, создавать похожий дизайн и чтобы тебя покупали за это. Я судить не буду. Судите вы. Я просто со своим скромным мнением могу сказать, что молодцы. Просто банка в виде батарейки я вижу впервые. Я захотел, купил. И только потом, когда я привез домой, показал Даше, она сказала, так это же Duracell. И я такой, чего? Ну, я не покупаю Duracell батарейки, но я такой, чего? Красота. Молодцы. С одной стороны, молодцы. А с другой стороны, чужой дизайн. Ну, как-то так себе. А так, молодцы. Банка в виде батарейки, круто. Пахнет энергетиком. Как ни странно. Пахнет энергетиком. Причем довольно приятно. Приятно, правда приятно. Даже сколько стоит, я уже не скажу. И где купить, я купил в магазине Сезон. Если у вас такой магазин и где-то ли вы еще видели, пожалуйста, покупайте. Так. Опа. Цвет. Кстати, цвет. Я, наверное, скажу вот так. Вангую, что... Возможно, будет вкус апельсина в аромате просто. Да, энергетик какой-то с чем-то. Ну, пускай я не возьмусь говорить цитрус, но легкий какой-то тропический вкус и, ну, запах, аромат. И довольно похож на цвет. То есть он не какой-то там желтенький, как обычно, да? Обычно энергетики, они такие желтоватые, ближе к моче. А это такой застоявшийся моче. Откуда я это знаю? А стояла у меня канистра. Не у меня, а у знакомого. Длительное время. Пахнет приятно. Слушайте, пахнет приятно. Надеюсь, и вкус такой же. Слушайте, по газам, пока могу сказать, обилие присутствует. Ваше здоровье. Хм.
Слушайте, довольно прикольно. Да, есть апельсиновая нота. Действительно, она есть. Я это сказал по цвету. И что-то было в запахе такое. Есть добротная кислинка по газам. Знаете, что напоминает? Новую гориллу с апельсином. Вот обновленная горилла с апельсином. Конечно же, это сладковато. Есть такое. Давайте нальем еще раз, чтобы вам всем было видно. Power Cell. Нальем немного. Ну вот это прикольно на самом сделано. Банка в виде батарейки. И мы наливаем немножко энергии. Ай, как прикольно. Сделано прикольно. То есть взята идея прикольно. Надо было так делать многим. Но я не знаю, может быть и до этого было. Насколько они делают давно, я не знаю. Увидел впервые. Газировано. Даже сильнее, чем горилла. Новая с апельсином. То есть газировано очень хорошо. А наш продукт классно. За это конкретно, то есть лайк. Но будьте готовы, что оригинальный Power Cell это апельсиновый. То есть ладно. Начали мы с такого. Я не знаю, есть ли еще вкусы. Я даже не гуглил. Но берем теперь с вишней. Интересно, какой будет. Я, по-моему, еще не пробовал ни один энергетик с вишней. То есть это что-то новое. Причем с вишней, не черешней. А значит, я бы хотел, чтобы он был более кислым, менее химозным, хотя это энергетик. Но это ООО, здоровые продукты, ребят. Знаете, на что похоже? На Доктор Пеппер. Либо не на Доктор Пеппер, а вот отсюда. Я бы вообще ни разу не сказал, что это банка с энергетиком, а просто вишневый сок. Ладно, давайте пробовать, слушайте. Так, ой, какой цвет насыщенный. Сёрбнем. Так, цвет, слушайте, цвет очень плотный. Вообще прям сквозь стакан не просвечивается. Ничего себе. А они не шибко дорогие. Они не прям стоят какой-то там космос. Я не помню, но я не заплатил космические деньги. Опять-таки, это еще и наша продукция. Я бы не хотел, чтобы она стоила очень дорого. Я понимаю, что и не стоит быть очень дешевой, потому что тогда мы будем пить явную отраву, не кайфанем. Но слушайте, красителя вбухнули, будь здоров. Запах не энергетика, а просто вишневого сока. Газировано, прям видно. Слушайте, а мне нравится. Интересно. Есть вкус вишни. Понятно, что он не шибко натуральный, насколько это возможно. Но знаете, что могу сказать? Есть вкус вишни, ее кислинка, вкус энергетика, но он как-то и быстро пропадает. То есть осталось легкое, прям легкое-легкое послевкусие, и то, наверное, на губах, а сам вкус энергетика с вишней пропал во рту. То есть, и я бы даже сказал, что по консистенции этот энергетик отличается от предыдущего. То есть, я когда пил первый раз, четко понял, что консистенция у него какая-то вот немножко вязкая. Ну, насколько я могу, опять-таки, вам это сказать. Конечно же, состав, вода питьевая, регуляторы, а вкус вообще вишни будет? Понятно. То есть вишня здесь даже не присутствует и так далее, никакого сока нет, здесь одни Е, но как попробовать? Слушайте, я даже, наверное, скажу, что если вы втроем покупаете, купите три разных и пробуйте.
Да, прям консистенция интересная. Как, знаете, будто очень-очень разбавленный кисель. Может быть, потому что холодная. И чего-то там есть такого. Не знаю, странно. Но не скажу, что мне он понравился больше, чем оригинальный, который с апельсином. Но неплохо. То есть я ожидал вообще чего-то плохого. Теперь берем, господи, Power Cell с мохито. Ой, Power Cell с мохито. Вот, честно, те пока энергетики, что я пробовал с мохито, хоть мне и нравится само мохито, что алкогольное, что безалкогольное, алкоголь вреден, да, для здоровья, мы это поняли. И тоже энергетики, ребятушки, тут вообще прямо описано, кому нельзя, там 18+, понятно, беременным, кормящим грудью тоже нельзя. Ай, аромат не... А, косяк! Ну, аромат мохито, ну. По цвету. Чего? Аромат, конечно же, энергетика с мохито и даже больше мохито. То есть самого энергетика, я бы сказал, в запахе вообще нет. Как будто вот газированный мохито, как вот эти вот какие-то есть, типа, газировки мохито. Вот такое что-то. Давайте вкус. Прям как будто обычная газировка с мохито. Где-то с легкой щепоткой вкуса энергетика. Прям. И то. Либо ее нет, либо я заставил себя ее почувствовать. Короче, не знаю, как это описать. Либо такой своеобразный вкус мохито и вкус мяты там, такой вот с легкой приторностью, либо это вот вкус энергетика. Но как на меня, его там нет, скорее. Тоже гурман нашелся, да? Не могу понять. Короче, что я могу сказать? Прикольно. Газированный. Сладкий довольно. Они все довольно сладкие. И, наверное, я бы сказал, самый менее сладкий это, скорее всего, с апельсином. Потом. А вот с вишней и мохито, они как-то по вкусу самый плотный это с вишней. И потом, наверное, самый такой более водянистый это мохито. Короче, Power Cell Energetic. Добротно, честно говоря, учитывая, что наша продукция. Я не предвзят в том плане, что наши делают все плохо и так далее. Нет, это не в том плане, а в том плане, что обычно, когда наши делают отечественные бренды что-то вот такое, там энергетики, еще чего-то, пытаются выходить с этим на рынок, как-то делают уклон в сторону чего-то бюджетного, очень бюджетного, дешевого. И когда ты это покупаешь, пробуешь, ты, конечно же, понимаешь, видишь цену и такое, ну, это будет плохо. То есть, понятно, это будет плохо. А здесь, слушайте, я удивлен тем, что ребята пошли по хорошей тропинке и сделали добротные энергетики в плане вкуса, в плане газированности. Прям они, я бы даже сказал, что они не газированные, а сильно газированные. То есть это вообще прикольно. Поэтому Power Cell оригинальный, он же с апельсином, прям достойно. Вот его можно смело брать, особенно если вам нравятся типа, ну, энергетики с апельсином. То есть смело берите. Достойный прям конкурент. Ну, на мой взгляд, правда, хорошо. С вишней. Power Cell с вишней. А на любителя. На любителя вишни. Честно говоря, я бы, наверное, не стал бы еще раз покупать, потому что я и вишневый сок как-то вот так. Но вкус вишни есть. Есть газированный. Тоже вкус насыщенный. Если вы любите наливать стакан и вам нравится еще, как он выглядит, ну, то есть вам вот это все нравится, как, то есть как и мне. То есть он насыщенный по цвету, как вишневый сок. То есть то, что упаковка такая, он еще плотнее по цвету. То есть пробуйте. То есть я думаю,
должно будет зайти тем людям, которым нравится вишня. Однозначно. Энергетик PowerCell Mojito. PowerCell Mojito. Одна из... Ну, вторая самая лучшая банка по световой палитре. То есть они идут по... Ну, как-то подбирают под батарейки. Имеет место быть. Очень красиво. По вкусу правда мохито. И действительно, что здесь, что в вишне, не доминирует вкус энергетика, а то, что они заявили, то есть мохито. То есть я сам не любитель напитков в виде то, что мохито. Редко могу купить. И может быть, еще раз бы взял. Если бы вот мне хотелось чего-то мятного, я бы, наверное, взял его, потому что неплохо. То есть какой-то, в принципе, по вкусу борется с другими газировками, которые создают вкус мохито. Назовем это так. Поэтому, ребят, слушайте, если вы видели, покупали, пишите в комментариях, согласны ли вы с моим мнением, потому что, конечно, мнение сугубо мое, оно индивидуальное, и... Я приятно удивлен, слушайте, молодцы, конечно, забавно то, что это здоровые продукты, это ни разу не здоровый продукт. Поэтому, ребятушки, спасибо, что смотрели это видео, а видео получилось довольно длинным, ну не знаю, ну просто, ну здесь есть о чем мне говорить и как бы удивляться. То есть мало того, что отечественный продукт, а продукт годный, качественный, да, не есть момент то, что за счет другого бренда это все взято, как бы перехвачено, но в целом молодцы. Классно, круто. Поэтому, если вы не подписаны на канал, сейчас самое время нажать на кнопочку подписаться. Господи, заговариваюсь, наверное, все-таки работает энергос. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вам, конечно же, вкусных и качественных энергетиков, бодрящих. Главное, бодрящих. А если вы, как я, любите их пить, потому что они вкусные, вот, пожалуйста, вам новый продукт, который вкусный, да еще и отечественный. Ну, это ли не сказка? До новых встреч. Всем пока.